проиграть сегодня? Ничего, выиграли. Рады все. Уходим с хорошим настроением в отпуск. Как состояние поля? Было удобно играть в таком поле? Ну, куда денется? Оно, поле было для всех одинаковое. Выходили, играли. Ничего такого. Как оценить свои действия сегодня в матче? Ну, оценивать это не мне, а другим. Как бы я по этому поводу ничего не могу сказать. Что ты в Азиваке после матча, что вы там делали, как праздновали победу сегодня? Ничего, все порадовались, с хорошим настроением в отпуск. Сделали себе хорошее как бы турнирное положение, несмотря на то, что Уфа 2 года подряд не очень выступала. Как бы в этом году все наоборот. Куда поедешь в отпуск отдыхать, если есть? К семье, к сыну, к жене. Вот там, никуда. Дом буду.